10 литров. Вот здесь на этой штуке я есть почему-то, а вот на Apple почему-то я отсутствую. Сейчас открою. Здесь все это есть. Все это есть, да? Что-то различные версии, как по-различному. Видит всю эту фигню, видит. Не знаю, почему это. Да. А там что-то я вот эту карточки два раза почему-то. Почему, не знаю. Вот, открываю Telegram. Здесь, вот, пожалуйста, вот сейчас я открою вот этот, здесь почему-то я только вот это и опять это, и все, а у меня нет вообще здесь. Что такое? Все, опять зависло. Все это прошивка вообще там зависает, постоянно зависает. И что такое? Я даже не знаю, смотри, все. Что это за хрень? Обновляется на 22%. Всего лишь так. Какая-то хрень, блин. Активные сессии. Ничего нет. Какая там чехарда вообще. Активно, вот она. Активные сессии. Вот этот MacBook Air в сети. Это в четверг. Три месяца. Как это фигня. Где кнопка, хочу показать, вот она здесь, вот тут нажимаю, ага. Да, этот кнопка хорошая, эта кнопка. Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну вот сегодня такой случай необычный, да, я тут отливаю свинцом одного мужчину. И вот к нашим с вами рассуждениям о том, что как колдуны питаются энергией людей, как они вот к ним обращаются, они что-то помогают, но потом так цепляются и часто отравляют жизнь и здоровье, и отбирают эту жизнь и здоровье. И вот сегодня вот этот случай, когда мужчина, ну, страдает достаточно серьезно, много лет от воздействия одной известной дамы, от такой тоже, так сказать, берегини российской, от целительницы. И вот наглядный пример. Я сегодня делал отливку этому человеку. Хочу вам зачитать обращение женщины, которая, ну, беспокоится об этом человеке и пытается его очистить. Познакомилась она с ним как раз вот там вот, у Токаревой. То есть, когда он пришел к ней с маленькими проблемами, а ушел с очень большими. Итак, мне кажется, что все началось после того, как сходил на прием к Токаревой в 2014 году. Когда она его почистила, и он ушел, она сказала, что он будет медленно умирать. Это завис.
Сейчас 13:43. Сейчас 13:43. Многое не вижу. После этого разговора я ушла, но не сразу, спустя время. Итак, после этого...